have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы тут сидели и размышляли, как достичь нового уровня безумия в Роблоксе, и думали, что, наверное, это уже невозможно. Однако нет, возможно. Мы сейчас выйдем из этого дома. Держитесь за свои кресла, просто чтобы вас не снесло. Идем. Здесь... Почему там летучая рука? Она не летучая. Знаешь, что люди делают? Смотри, что? Я тебе сейчас... Нет, я сюда не запрыгну. Вот что они делают, да. Ты можешь летать. В общем, это симулятор бросания. Насколько это возможно. Ты просто можешь взять любую вещь и бросить ее. Вид только от первого лица. Можно вот так размахивать. Слушай. А можно бросить. Там есть лесенка. Но я вот что думаю. Что? Я полечу на уточке. Слушай, на лестнице удобнее летать. Блин. Я это знаешь? Бежал. Слушай, тут такая штука есть крутая. Что? Что там? Уточка, спасибо. Я полечу на лестнице. Припаркуйся тут, не падай. Тут летающий поезд вообще-то. Тут летающий поезд. Я на летучем коте приехал. Какой звук. Но нет, ну поезд настоящий, в смысле, я имею в виду, он, ай, вытащи меня. Я тебя вытаскиваю, слушай, давай залезем в лифт. Да, поехали. Чё, где пилот? Тут нет пилота, он как бы сам ездит, если что, по-моему. Ну, правда, сам едет. Ты этот звук слышишь? Да. Йоу. Надо держаться. Я им не управляю сейчас, это реально он сам ездит. Жаль, что нету вида от третьего лица. Я бы посмотрел на это безумие. Ой, Икея. О, идея. Идем в Икею. Спасибо, поезд. Чух-чух. Тут есть остановочки, он ездит с остановочками. Он оттуда сюда нас привез. Круто. Летучая лампа. Ой, я нашел НЛО, прикинь. Я видел, люди на НЛО летали. Знаешь, что можно сделать? Чего? Я у чувака угнал музыкальный центр, он меня пытается его отобрать. Меня кинули? Нет! Да, тут людей тоже можно кидать. Он стоит такой ничего не подозревающий чебурек. А ты его берешь и вот так вот. Мой автомат. Мой радио. Я загорелся! Че? Не надо было костром прикасаться. Меня кинули в костер. Кто-то в меня костер. Нет! Костер можно тоже поднять. Мое радио. Нет! Уйди. Я сейчас выкину человека, который кинул в меня костер. Я у чувака радио угнал. Не бойся, я отомщу. Это полнейшее безумие, то, что здесь творится. Все, она горит. Нет! Я тоже горю. Тут живые окорочка жареные. Круто. Карл. Смотри. Реально, ты просто взял живой трещот. Так если его поставить, он убегает. Ничего себе. А еще издает звуки, когда его кидаешь. О, папа. Слушай, у меня какой-то ховерборд. Так, минуточку, вот сейчас момент эпичности просто зашкаливает. Я лечу на магнитофоне под музончик из 80-х. Просто Vice City.
блин, я упал. Пошел музон, пошел музон, пошел музон. Ты где вообще? Давай спускайся вниз на могилу. Послушай, послушай эту музыку. Иди сюда. Сейчас полетим, погоди. Полетели. Давай, полази. Давай, я сам. Давай, удачи. Гляньте на это солнце, оно просто божественное. Так, крадем радио. Мое радио, уйди ты. О, тут у каждой вещи есть. Блин, меня чуть не пришибло все-таки. У каждой вещи есть какой-то свой уникальный звук. Смотрите, за чуваком два карачка гонятся. Надкушенные. Надо было карачки кусать, они теперь пытаются... О, смотрите, кусать. У них разные глаза, у этого фиолетового, у этого коричневые. Вот этот крутяк. Так. Крадем радио. Нет. А, меня в какую-то лаву выкинули! Я сгореть. Так, хорошо, респаун. Вообще отлично. Что за музон? Да хорошее моя радио, край, твари. Ну что вы делаете? Я смотрю, там хорошо. Так, я... Стой, компас. Да стой ты. Я не могу. Нет. На него наступить. Ладно. На чем я могу улететь сейчас? Ну-ка, давайте посмотрим. Минечку, shift это сидеть? Когда это shift у нас? Поехали. Он тебя украл вместе с радио. Не-не. Стой, вот это будет делать звуки? Я украл у него радио. Нет, меня лягушкой придавило. Уйди. Полетаем на жопе огромного медведя? Что? Да что, нет! Он хочет украсть радио. Блин, тварь, я там исчезнула. Он еще за радио. Ты на радио? Я на коробку. А, у меня медведь рычит. Ай! Меня с него сбили. Что вы делаете? Пойдем к НЛО. Сейчас, я хочу положить чувака в клетку. Ну все, я беру нож. Прикинь! Что? Если
Ха! Офигеть! Вот эта штука, она тебя облучает! Ой, ночь! Ой, че так темно стало? Чувак, меня НЛО облучило! Я девушку в клетку положил! А, о! Слушай, ты это видишь? Что я как раз слева? Здесь. Случайно. Уйдите, моя коробка. Я в клетке! Что? Уйдите, она хочет меня украсть! Давай наверх! Что я вообще делаю? А что происходит? Мне нравится здесь здешнее это сияние ночное. Слушай, это где? Я. Если я скажу здесь, ты поверишь? Да. Ой, я тебя вижу. Ты пытаешься. Я ничего не пытаюсь. Я просто в полном офигевании от того, что происходит. О, привет. Залази в клетку. Так, это наш автобус? Да, залази. Надеюсь, ты не выпадешь. Давай, давай, пойдем. Чьи-то адские вопли. О, паровозик, чух-чух. Это же просто офигенно. Тебя не... А, ладно. Я просто облучился, потому что все такое зеленое было. А, да? А, все, снег? Круто, это не, это смена биомов, неплохо. Это что-то весело. Слушай, это же теперь клетки, да? А, я не знаю теперь, как из этого выйти. Ну там уже справа выход. Ладно, я пошел. Нет, ты полетел. Что, где я? Чувак кидается. Автобус. Что тут происходит? Полнейшее безумие. Та-ра-та-та. О, можно взять железную арматурину и сбивать людей. Нет. Так, а люди не сбиваются. Ладно. Да блин, ну тварь. Ой, я нашел шахту. У вещей есть свой вес. Это очень круто. То есть, чем как-то больше вещь, чем она металличнее. Блин, как-то прозвучало плохо. В общем, да. Чем вещь тяжелее, тем она тяжелее. Как бы это не абсурдно звучало, но вот в этой игре это учли. Тут куча разных объектов, которые, вот видите, легкие объекты кидаются высоко, тяжелые объекты кидаются вообще немножечко. Это что, мозаика какая-то? Я в шахте, прикинь. Ты шапки? Ничего себе, тут кристаллы. Офигеть. Так. На чем мы еще не летали? Арабская ночь. Так, нет, с этого я соскальзываю. Ну я же соскальзываю. Ты еще в клетке летаешь или нет? Я в шахте где-то добываю руду. О, трактор. Если я добегу до него, если меня никто не выкинет. Это просто круто. Стой, трактор. Так, на чем я еще не летал? Ой, я не летал на людях. Так. Есть зеленый трактор и красный трактор. Прикольно, клетки тоже, кстати, есть разные. Все, я летаю на человеке. Блин, там мой медведь, которого я к НЛО отпустил, ладно. Ты где? Я на тракторе. Подлетаю к воздушному острову. Он... Ух ты ж. Зачем ты летаешь на тракторе? Это весело. Неправда, наверное. Опа! Я швартуюсь, как моряк, стой! Я уже иду к тебе. Где? Я на летучем острове. Тут что-то происходит. Я прилетел на человеке. На вот этом? Да, я на этом человеке могу летать. Не-не, смотри, неправильно делаешь. Да. Смотри, сначала берешь его за голову. Ты вообще свали отсюда. Да, он меня сломал. Нет.
Ха, ладно. Да ты что, людей кидаешь? Красивый народ, пошел ты нафиг. Ты заслужил это. О, паровозик чух-чух. Посмотрим, на каких станциях мы еще не были. Ну, давай, почему приземляйся. Это так весело? А? Это так весело! Это офигенно это просто! Точно. Да, ты можешь брать и бросать людей. Откуда музыка? Кто выкинул автомат? Нелюди, кто выкинул автомат в черную дыру? Это не черная дыра, это токсичная дыра. Ну да, но кто выкинул автомат в токсичную дыру? Вы чё? Блин, я хотел его вытащить, но, видимо, не получится. Да, не получится. Да хорош, какие нормальные, красивые, такие крутые вещи. Черную дыру. Сундук, который открывается, надо в него залезть. Надо. Почему из девочки такой звук? Как будто это вот совсем... Поехали, уточка, нам пора. Очень жаль, что тут нельзя от третьего лица. Что если? Я бы посмотрел на это. Я в сундуке. Надо его открыть. Я в сундуке. Я в шапке. Слушай, ты где? Я на уточке. На розовой козе. Овечка-инженер! Если увидишь летучий сундук, то это я. Лети сюда. Тут мой трактор до сих пор припаркован. Ты что, знаешь, что я нифига не вижу из-за крышки, да? Нет. Я близко? Я даже не знаю, где ты. О, я вижу, где этот остров. Вот это ты там, вот это вот? Да, я в сундуке. А, это ты, понял. Привет. Привет. Что? Закрой, закрой, закрой двери. Слушай, закрой двери. Закрыл. Запихни меня куда-то. Где я? Слушай, здесь нифига! Слушай, я прям пролетел мимо токсичной дыры. Здесь нифига! Так, трактор, поехали. Тут как-то странное управление сделано, с другой стороны, несложно. Ты к нему очень быстро привыкаешь, оно просто обалденное. Где я? Что я такой? Что я? Что я, да? Ферма, ну-ка. Трактор на ферму. Ну, это, в принципе, логично. Тут зеленый как раз тракторец есть. Опа. Слушай, я хочу полететь на шоколадном мишке. Давай, давай. Я на нем сегодня уже летал. Оля, можно съедать лягушку. Так, нафиг. О, хорошо. Это моя лягушка, уйди. Я ее оседлаю. Так, лягушка... О, привет. Я на лягушке. Привет, квакуша. It's Wednesday, my dudes. А вот и... Да, а вот... А ты что наделал ты? Тут реально кто быстрее возьмет. Тот того и кинет. Там поезд. Поехали, Мишка, нам на поезд. Ты что меня своим Мишкой придавил? Мне нужно было срочно на поезд. Я опаздываю. Поехали. Так, у нас есть ферма, у нас есть летучий остров, есть какие-то еще станции? Вот эта фишка с летучим поездом вообще обалденная. Значит, какие звуки делает? Привет, летучий кубик. О, тут туннель! Вот, я тут еще не был. Че, где? Я промазал. Я хотел... Блин, стой!
Я спрыгнул с поезда случайно. Но туннель очень красивый, кстати. О, тут есть пианино. Надо летать на пианино, чтобы быть летучим человеком на пианино. Блин, а тут быстрее, кстати, ходить или нельзя. Готово. Прикинь, тут есть шарик. Слушай, эта пещера реально здесь делать ничего нельзя, но она, знаешь, выглядит как будто вот аттракцион. Ты на поезде сюда заезжаешь и просто смотришь на красивые места, и поезд тебя через это проводит. Если бы я не спрыгнул с него, было бы все хорошо. О, я нашел просто офигительный предмет, на котором я улечу. Возможно. О, тут белый медведь. А, это не белый, это рука. Я думал, что это белый медведь. Что за звуки? Как будто вот не знаю. О, кто-то на шарике вылетел. Я застрял в черной дыре. Что за газонокосилка, бензиномоталка? Так, улетаем на токсичном человеке. Блин, ребят, ну вы ж поднимали как-то костер. Как его поднять-то? А, вот. Отойди! Отойди, я говорю! А, это не я говорю. Это не ты горишь. Это шашлык горит. Так, я улетаю на шашлыке. Летучий шашлык! Йоу, я нашел коробку! Ты еще меня тушишь. Я ни хрена не понимаю, что я и где я. Я просто с костром бегаю. Людей поджигаю. Куда я лечу? Куда-то, явно куда-то. Ты видишь, где эта синяя коробка, да? Все кричат, все орут, у всех все хорошо. Кто тут за фигня? Я ничего не понимаю, где я. Слушай. Меня пытаются выбросить. Террор на сервере просто. Слушай, можешь, пожалуйста, найти? Ice cream, you scream. Я выпросил. Тут эти, этот суп, тут эти куриные окорочка плавают. Боже мой. Я до сих пор не понимаю, где я. Ой, какой бред. Спасите. Ну, я сегодня растворюсь, не? Да, хорошо. Что вообще происходит? Тут понять, что происходит, вообще нереально. О, еще один костер. Спасите. Ладно, ребят, я думаю, на этом надо заканчивать. Иначе на этом серваке можно застрять дня на два. Ой, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем победа. Всем победа.